Говорите все, что вы думаете, но знайте где, и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте лично. Меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично. Это неприемлемо. И второе требование – не врите. Ни в коем случае не врите. Потому что вот я еще там по молодости президентской, мне говорят, вы скажите, а там посмотрим. Я говорю, нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое, тебе зададут вопрос, ты когда правду говорил? Это мой жесточайший принцип. Правда, какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь, выборы пройдут, к примеру, а люди будут думать, так же наобещал. А где обещанное? Вот два принципа, которым я сегодня следую.